Ну а у всех, кто хочет попасть на Северокавказский форум «Машуг-2017», но по каким-то обстоятельствам не успел, появится дополнительная возможность. Регистрацию на форум продлили до 5 июля. Количество заявок от Дагестана на данный момент уже превышает размер выделенной на регион квоты. Напомню, от региона на «Машуг-2017» отправится делегация из 360 человек. Отмечу, всего в форуме примут участие 2000 молодых людей из разных уголков Северокавказского федерального округа.